Дагестанец в Манчестер Сити. Наш следующий сюжет о юном футболисте Мураде Шахшабекове. 8-летний форвард живет в Англии, тренируется в академии действующего чемпиона страны. Он мечтает стать профессионалом. В спорте берет пример самого Криштиану Роналду. Как сын титулованного дагестанского бойца выбрал футбольный путь, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Этот пушечный выстрел – главное оружие юного Галеадора. 8-летний Мурад Шахшабеков заряжен на удар из любой позиции. Своим кумиром на поле считает португальца Криштиану Роналду. Все любят футбол, но я люблю его больше всех. Когда-то я увидел, как Криштиану Роналду играет в футбол, и я хотел играть так же, как и он. В секцию футбола родители отдали Мурада в 6 лет. К слову, отец этого дарования сам в недавнем прошлом боец смешанных единоборств. Чемпион мира Магомед Шахшабеков известен по своим выступлениям на турнирах М1 Челлендж. Сейчас выходец из селения Верхний Джангутай Буйнакского района занимается тренерской работой в Англии. Как оказалось, Магомед также начинал свой спортивный путь с игры в мяч. Несколько лет назад, наверное, пару лет назад, мой сын пришел со школы домой и мне говорит: «Папа, я хочу стать футболистом». Я был в шоке. Вот, потому что у меня речи даже не было о футболе. Я, в принципе, не прививал к нему никаких желаний заниматься либо спортом, либо еще чем-то. Мне так интересно было, чем же он захочет заняться. И я в нем вижу себя сейчас, потому что примерно тот же самый возраст, примерно те же самые желания. Вот. Но он сказал: «Я хочу стать футболистом, почему нет?» Уже сейчас тренеры говорят о Мураде как о будущей звезде. Конечно, до этого ему предстоит пройти сложный и тернистый путь. Шахшабеков-младший – фанат своего дела. Желание трудиться хоть отбавляй. Сейчас у него нет времени на отдых. Под руководством своего отца форвард тренируется на свежем воздухе. В академии высокая конкуренция. Самое время подтянуть скорость и выносливость, укрепить свой организм. Можно сказать, что постоянно хвалят его за его удар, но на самом деле мы работали много над этим ударом, поэтому они как бы заметили это. Вот, мы работаем над его скоростью, чтобы улучшить его скорость, потому что он нападающий, он должен делать хорошие рывки на короткие дистанции. В том сезоне, в прошлом сезоне, когда его взяли, вот, на просмотре было всего в сезоне 300 человек, потому что они подвели итоги в конце года. И они сказали, что на просмотре всего прошло 300 человек, и на 300 человек было только 10 мест. Вот, это 10 мест, вот в эту десятку он и вошел. Своей футбольной жизнью перспективный игрок делится в соцсетях. В инстаграме никнейм «Сеньор Мурад» с каждым днем становится все популярнее. Правда, публиковать голы с официальных игр или с тренировок академии по законам страны не положено. Нельзя снимать детей. Английские законы запрещают снимать детей. Потому что в кадре, если попадают дети, ты снимаешь на видеокамеру или там на телефон и выставляешь в социальные сети, их родители могут тебя подать в суд, и у тебя будут большие проблемы. Вот. Получается, вот, я не могу дать то, что хотят подписчики видеть. Это же футболист, они хотят видеть его голы, они хотят видеть его тренировки, они хотят видеть его игры, они хотят видеть его футбольную жизнь. Мурад мечтает стать великим футболистом. После попадания в академию действующего чемпиона Англии перед юным Галеадором открылась новая цель – добиться профессионального контракта с клубом. Советами отца, за плечами которого большой спортивный путь, эта задача кажется вполне реальной. Мой папа – это мой тренер. Поддерживает меня во всем. А какие он тебе дает советы? Он дает мне много советов. Как тренируйся каждый день. Если ты сделал ошибку, это нормально. И просто играй в футбол. И еще он мне говорит: если ты упал, встал, дальше побежал. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Манчестер, Великобритания.